Как математики называют результат умножения? Умножение? Умножение. Я спрашивал, как тебя зовут? Да. Ну и как? Аня. А я Жека. Жека. Мы окучиваем Аню в передаче «Допрос за бабос». Умножение. Когда умножают, это что? Ну, в математике-то. Ну, увеличение. Нет, нет, на букву «П». Приумножение. Добрый вечер, дорогие телерадиознатоки. Меня зовут Евгений. Это канал «Негодяй ТВ». И сейчас мы находимся в таком помещении. Я не знаю, как даже назвать это. Это очень старинное помещение. И здесь у нас был только что с Алексеем кастинг. Мы кастинга-гаговались в юморе. И решили, а почему бы нам не снять бы шоу «Допрос за бабос». Пойдемте кого-нибудь окучим. Вон там девчонки сзади нас, они репетируют, поэтому их пока отвлекивать не будем. Здравствуйте. Сейчас снимается передача. Срочно, срочно надо, чтобы вы поснимались в этой передаче. Вы Слава Мерлоу, я правильно понимаю? Нет. Его брат? Племянник? Отец. Вы отец? Угу. Я вижу, что у вас шикарное чувство юмора. Эта передача называется «Допрос за бабос». Всего лишь ответьте на 5 простых вопросов. Вы, отец Славы Мерлоу, как зовут по-настоящему? Дима. Дмитрий, меня зовут Евгений. Получите 1000 рублей за 5 правильных ответов. Окей. Немножко о себе. А, что ж. Ну, я Дима. Я сюда пришел вообще на разговорный клуб по английскому языку. Вот, что еще могу я тебе рассказать. Учусь, живу. Все окей у меня. Сколько тебе годиков? 19. На кого учишься? На историка. Mm-hmm. По-английскому прям «ых-ых». No. Hello. Hello. How are you? I am fine. And you? Me too. Четко я? Что? Я нормально сказал? Да. Кого Пушкин называл в стихах «голубка дряхлая моя»? Свою няню. Арину Родионовну, по-моему, я уже не помню. Это правильный ответ. Прибор для измерения углов. А, вот это вот, господи. А специальная штучка есть. Штучка, дрючка. Она такая полукруга, господи, как называется? А, что там, начинается на тра... Заканчивается на тир. Нет, не транспортир. Транспордер. Нет. Нет? Ты меня запутал. Транспортир, да. Транспортир. Все, это правильно. Какой транспордер? Самое глубокое озеро. Самое глубокое озеро. Не Байкал ли? Ли. Басня Крылова про мартышку, осла, козла и медведя. Я помню, что я читал, конечно, это, но название. Сколько их человек? 4. И это значит, что название этой басни называется... 4 животных. Да, если они были бы музыканты, то как бы называлось бы ансамбль из 4 человек? Квартет. Это браво. Молодец. Поближе, поближе сюда, Слава, поближе. Следующий вопрос. Секунду. Какой вопрос это будет? 5 уже? 5 вопрос. Ну, нет, сейчас. Па! Или Паскаль – это единица чего? А, Паскаль – это сила измерения давления. Посмотрите на этого человека. Абсолютный победитель. Человек без единой подсказки, ответивший на 5 вопросов. Ты получаешь 1000 рублей. Это такой подарок. Вот так вот. Возьми микрофон и передай привет кому-нибудь. Возьми микрофон, возьми микрофон. Итак, передаю привет. Давайте Соня. Что за Соня? Соня подруга из вуза. Из кого? Из вуза моего. Где ты учишься? Я учусь в СПбГУ. Хорошо, держи. А, видите, это очень умный человек, если он учится в СПбГУ. Все, не Слава, он же Дмитрий. Спасибо тебе большое за то, что ты принял в этом участие. Все. Спасибо и вам. Все, все. Мы идем искать дальше кого-нибудь. Удачи. Давай, вам. Спасибо тебе, пока. Пойдем искать дальше кого-нибудь. А вы на иностранном сейчас балакали, мы все услышали. Да.
Это вы так разговариваете по-английскому? Ну, получается так. Что это вдруг? Знаю, со школы. Так это же супер. Отлично. Это передача «Допрос за бабос». Поучаствуем очень быстро, нет, очень быстро. Нет, спасибо большое. Вас, давайте другого найдите. У вас нету 40 минут, всего лишь 45 mm-mm. минут. 35. Нет, даже 40 секунд нет. Мне нужно помочь другому. Мы уходим, спасибо. Итак, я кучу сначала одну девчонку из вас троих. Это будешь сначала ты, окей? Да, давай, конечно. Меня зовут Жека, и я сейчас собираюсь окучить себя в передаче «Допрос за бабос». Давай. Немножко о себе. Меня зовут Аня, мне 28 лет. Я актриса, режиссер, импровизатор, рэп-фристайлер. Рэп кто, простите? Фристайлер. Ты можешь прям зафристайлить нам? Ну да. Для этого тебе нужны какие-то слова? Да. Писька. Писька. И? Подмышка. Подмышка. Давайте. Хорошо. Давай я буду только ту делать. Ты кошка, я маленькая мышка. Смотри, у тебя сильно пахнет подмышка. Ну-ка иди ко мне, все тела виська. Маленькая писька. Это было так себе. Давайте начнем нашу передачу. Как математики называют результат умножения? Умножение? Такой сложный вопрос задается тебе сегодня. Умножение. Я спрашивал, как тебя зовут? Да. Ну и как? Аня. А я Жека. Жека. Мы окучиваем Аню в передаче «Допрос за бабос». Ну да, это очень простой вопрос. Это очень простой вопрос. Умножение. Когда умножают, это что? Ну, в математике там. Ну, увеличение. Нет, нет, на букву «П». Приумножение. На букву «П». Только не... Слово. Ну какое слово на букву П? На меня давят. Я забыла. Про. Про. И. Про и взводное. Произведение. Произведение. Это браво! Это абсолютное браво, без единой подсказки, Аня. Спасибо. Как говорится, туда, сюда. Кто автор Илиады Гомера? Илиада Гомера. Получается, Гомер? Симпсон, нет, ладно. Гениально, это гениально. Спасибо за юмор, естественно, просто Гомер без всяких штучек, дрючек. Прямая линия, у которой есть начало, но нет конца. Отрезок? Нет. Нет, луч. Нет. Она хороша. Хороша, хороша девица. Напоминаю, что мы окучиваем Аню в передаче «Вопросы за бабосы». Вопросы за бабосы. Допросы за бабосы. У нас ребрендинг. Вопросы с бабосы были раньше, сейчас запросы с бабосы. Спортивный бег на 42 километра, 195 метров. Марафон. Челночный бег. А, не марафон. В жопу челночный бег. Браво! Пятый вопрос. Отвечая на него без подсказки, Аня получает 1000 рублей на этой самой популярной почти скоро будет, наверное, передача. Итак, подставка, на которой художник укрепляет холст. Мольберт. Без вариантов. Хлопаем в ладоши этой веселой девчонке, которой 21 годик. 28. Ты уже старая девица, оказывается. Все молодишься, все на реп читает фристайл. Ладно, давай привет кому-то. Я полезу в кассу. Колбасу возьми в руки, пожалуйста. Вот эту колбасу. Я передаю привет маме. Беларуси передаю привет. Всем родным, близким, всем... Кто меня знает, вы лучшие. Спасибо, что болели за меня. Вот колбаса. Так, вот эта вот вялая тыщенка достается Анютке. Это браво. Браво конкретно. Спасибо. Все, спасибо. У меня есть денежка. Все, спасибо тебе. Пойду. Спасибо тебе большое. Вот так быстренько мы тебя растрепыхали. Спасибо. Все, все, все. Спасибо. Все, 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 все. Все, уходи, все уже, уходи, уходи. Мы окучили двух очень умных человек, а кто знал, что возьмут они и угадают все, и заберут у меня там эти тысячи. Забрали все тысячи, остались одни пятихатки. Передачу мы эту закончим и начнем ее, как говорится, потом начнем. Если кто-то не смотрел какие-то видосы, которые есть здесь, а вы думаете, а где еще, есть на Нуме. На Нуме есть видосы, нового пока ничего нету, но скоро будет.
Поэтому новинки там смотрите на Нуме. Соцсеть Нум – это та соцсеть, которую я юзаю как ненормальный. И там будет то, чего нигде не будет. Вот такая информация. Пишите лайки, ставьте комментарии. Всем пиз. Я прощаюсь с вами. Телеграм-канал только для родных, для близких, для святых людей, для целующих аромат сады Придонья. Это все для вас. До свидания.